Всем привет, ребята! Эй, с вами я, Анастасия Русинова. И в этом видео я пришла... В этом влоге, пардон. Я пришла в один офигительный магазинчик, он называется Аленка. Он совсем недавно открылся, и тут очень много конфет. Очень много. Еще мы тут нашли офигительную кафешечку маленькую. Вот. Так она выглядит. Вот мама. Мама красивая, так что... Вот, а вон там он куча вкусняшек. Подожди, я сниму вкусняшки потом, когда очередь освободится. Да, и у меня мороженое с черной смородиной. Я сразу говорю, я не люблю сорбет, но вот это просто безумно вкусно. Вот, и сейчас я вам покажу, сколько тут всяких разных конфет и вообще всего, потому что тут просто море сладостей. Я сейчас... сейчас сумку просто. Только что я показывала вам мороженое. Но как бы как только я включила камеру, включился и аппарат, везение. А вот, собственно говоря, конфетки. Красотень! Вот тут уже идут какие-то другие. Вкус клубника. Какой-то странный. Еще. Это мои нелюбимые, но не важно. Вот тут куча печенек. О, мое любимое печенье. Не, вот такое, кстати, нет, я не пробовала. Моя любимая — это просто там с шоколадом. Вон кофе даже есть. И чай. А вот мой любимый раздел. Тут очень много шоколадок. Вот, собственно говоря, Аленка. Вот такие шоколадки здесь есть. Причем здесь самая разная Аленка. Вот эти самые вкусные шоколадки на свете. Смотрите, что тут есть. Со вкусом ликера. Шоколадный брауни. Офигеть. Сливочная помадка, птичье молоко. Чего только нет. Вот. Все, наконец-то стало тихо. Сейчас я вам покажу. Смотрите, для начала какая-то красота. Видите? Там пончики два лежат. Тут всякие эти кексики. Вот. Еще раз покажу мороженое. Тут есть лимон лайм, манго, еще какой-то, шоколад мята. Карамельная, вот черная смородина, шоколадная, клубничная, фисташковая. Все это безумно вкусно, я думаю. Но я взяла себе черную смородину, повторюсь, и это, господи, это просто безумно классно и вкусно. Вот. Сейчас вам покажу еще конфеты, какие здесь есть. Кто любит вот такие конфеты, ставьте лайк под этим видео, я их тоже обожаю. Мама звонит телефон. Не поняла, куда ушла мама. Ну да ладно. В общем, продолжаем обзор конфеток. Ой, конфетка упала не туда. Вот это наверняка очень вкусно. С чем она? Экзотик какой-то. Экзотик. Покусился экзотик. Новинка. Я таких не видела, но мне кажется, они вкусные. Вот конфетки вдохновения. Еще конфеты. Еще. Мама, с тебя еще телефон звонил тот. Еще вдохновение вообще. Да, звонил. Вот. О, вот эти я очень любила конфеты в детстве. Мне, я помню, один раз мама купила мешок, такой прям увесистый мешочек, и я их все съела. Это было счастье. Еще одна конфетка, я отсюда. О, вон Аленка конфеты. И, кстати, до сих пор не могу понять, с чем они. Сейчас узнаем. Состав.
фундук, арахис, лецитин, соевый, фу, соя. Так. Вот. Плюс тут есть зефир. Нет, это уже не зефир. Это у нас что? Пряничная сказка. О, да ладно, там пряник? Что? Пряничная сказка, ребята. Что-то новенькое. Вафельная конфетка. Это я ела. Вот это я ела. Это очень вкусно. Ну, это вафелька. Это восточный базар. И тоже восточный базар. Я не знаю, что это такое. Неважно. Ай, господи, сколько тут конфет. Ну, сейчас мозг взорвется. Печенье с бета-каротином и кусочками кураги. Как все сложно. Зато она красивенькая. Фокусируйся. Красивенькая. Я бы вот это съела. И что-нибудь еще. Чего еще не знаю. Конфеты с экстрактом зеленого чая и витаминами. Как все сложно в этой жизни. Старинная открытка. Конфеты ручная работа. Вау. Вот это, мне кажется, прикольно. О, тут и с открытками. Вау, классно, слушайте. Вообще красивые штучки. Это можно классно подарить, мне кажется, кому-то эти открытки. Еще конфеты. Так, стоп, это что, трюфель? Трюфель? Признавайся, это трюфель? О, трюфель. Я хочу трюфель. Я обожаю трюфель. Ставьте лайки, кто любит трюфели, потому что это потрясающая вещь. В общем, на этом все, наверное. Да. Будем заканчивать мы вот в таком виде, который выходит из этой кафешки. В общем, всем пока. С вами была я, Анастасия Арсинова. Это был очень классный влог, очень классной кафешки. И люблю вас.